Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы сегодня продолжаем играть в Бонкио, и в данный момент со мной весь клан. Это Вета, Ози, Чин, Сайберия, Бомна, Соня, Штерн, Енот и Кадзе КС. И в данный момент, смотрите, у Кадзе КС в данный момент 36 левел. Просто что? Серьезно? Серьезно? 36 левел? 36 левел? Серьезно? Это вообще возможно? Целыми днями надо играть, ребята. Воу! 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 Офигеть! А я-то еще живой, оказывается. Я сам ничего не понял, как я еще живой остался вообще. А, я... Воу, воу, воу. А что произошло-то? Я падал вниз справа, с правого угла, потом вверх подлетел, отскочил что-то отверху. Что вообще произошло? Ой, слишком сложно. Слишком... Да, бэтмап, согласен. Даже... Сейчас я не понимаю даже, где я нахожусь. О, действительно, бэтмап. Ну, что предложили? Кстати, выглядит-то прикольно все, довольно-таки сложное по именно реализации карта. То есть, создавалась она довольно-таки сложно. А в качестве... Смотрите, даже кружочек-то остановился. Визуальная составляющая очень красивая. Но в качестве, говорю, чтобы в нее поиграть, повеселиться, это... Не, не пойдет. Где я? Где? Где? Где я? Воу! Офигеть! Уэй, да, вообще жесть. Ну да, у кого-то лаги, возможно, потому что карта-то благучая, по сути. Офигеть, вы видели? Я был справа, улетел сейчас на середину. Офигеть. Я выжил. Три победки, ребят, три победки просто. Как? Я сам не понимаю, как. Это просто воля божья. Ладно, давайте что-нибудь другое. Такая странная карта. Прикольная игра. Прикольно сыграли, но карта странная. О, вот этого я еще не видел. Это что-то новенькое? Ну, типа такого мы уже, ребят, с вами играли. Но цвета, видимо, изменили или что? Опа-на, опа-на, оп! Хватит, хватит, хватит! Не улетай! Не улетай! Блин! Я держал его как мог. Меня просто оттолкнули, ребят. Меня уже просто оттолкнули. Давай, кстати, сделаем так. Да нет, нет, нет. Я выживу. Я уверен, на 92%. Аплодисменты мне! Я просто фиг знает, где я летел. И поэтому, когда я уже был близок, и я понял, что я близок, я уже не смог остановиться, ребят. Жестко. Жестко, действительно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Воу! Я живой, фух, я уже думал проиграю так, так тупо, очень тупо, потому что это все выглядело. Так, окей, я все еще живой, отлично, оттолкнули эту ерунду. Хорошо, все, я думаю, я победил, ребят. Неплохо, действительно, ГГ, отлично сыграно. Уи! Полетели! Просто правая сторона вся улетела. Офигеть! Вы видели, как он пролетел? Просто, ну не повезло, чуваку, честно. О! Кажется, кто-то победил, ребят. Офигеть! Вообще, ребят, на рандоме вообще все делаю. Случайно побеждаю. Вроде бы вы все нормально играете, но все равно в любом случае как-то выхожу в победителях я. Я не знаю, как это получается. Давай. О, такого я не видел еще. Интересно посмотреть. Это интересно, действительно. Новые карты — это всегда круто, ребят. Тихо. А, нужно быстрее оказаться здесь. Все, понял. Типа, кто один здесь стоит и завоюет эту фигню, тот победил. Хватит. Да я хочу один стоять. Отвалите отсюда. Отвалите отсюда.
Короче, если вот эта фигня завоюется кем-нибудь, то все, это победка, ребят. Сейчас ты за нее, я улетел. Вот ненавижу такие моменты в этой игре, когда либо лаги, либо еще что-то, которые вам очень сильно мешают. Но в любом случае игра действительно заслуживает внимания, игра действительно крутая. Давай, оп. Че, я не улетел? Я даже не улетел? Серьезно? Да я не верю! Из чего ты сделан? Это что было? Это что было? Вы серьезно? Из-за чего вот так я телепортируюсь? Ну не, ну так играть, конечно, это одно веселье просто. Это, конечно, сарказм. Веселья тут вообще никакого, наоборот. Когда
Вы вроде бы целитесь в одно место, уже летите, летите, и вас телепортируют, и вы уже в другом месте. И вы уже, оказывается, не летите в него, а летите в ад. В глубины ада. Да. Молодец, Соня. Молодчинка. 0 побед у меня. Что такое? Что со мной не так? Ну, из-за карты, ребят, все. Карта лагает. Интернет плохой. Что еще там? Клавиатура сломана. Играю на мышке. Что еще придумать? На эти оправдания. Всевозможные. Пальцы сломаны. Блин, компьютер тормозит. В общем, все. Все, что возможно, мешает мне сейчас играть. Не, шучу, конечно. Но просто иногда моменты бывают такие, когда лагает, и вы просто смотрите и думаете. А вот если бы не лагало, вы бы победили? Уиу! Уиу! Воу, молодцы какие! Просто как эти кэпсы просто разлетелись. Как кэпсы. Так, Ози улетел. Ага, только он сейчас прилетит обратно. Отлично. Отлично. Не-н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 е! Блин, да что ж за такое, енот? Просто. Ну, красиво, красиво. Повезло, мне кажется, тебе, потому что ты был выше. Если бы я немножко повыше бы подлетел от этого удара, тогда бы, возможно, я бы тоже выиграл. Ну, были у обоих шансы просто. И видишь, что если бы ты нажал бы вниз или что-нибудь другое, либо не нажимал бы вверх, то, скорее всего, ты бы упал. Ну, это, в принципе, так примитивно и понятно. Хорошо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть! Я выжил все-таки. 2 победки, нифига себе, да я неплохо, оказывается. Оказывается, я еще даже могу играть, умею.
Все равно вы все сейчас улетите отсюда. Вы. Все равно все улетите, я знаю. Вообще, смотрите, один другого подбивает, другой подпрыгивает, просто скидывается сразу этой фигней. Блин, вообще жесть происходит конкретная. Чин, молодец. Молочинка, что хорошо играешь. Молочинки все молодцы. И молочинки все, кто умеет играть. Все, кто сегодня был здесь. Они, в принципе, все умеют играть. Кто-то просто впервые, может быть, пару раз просто пробовал. И сейчас более-менее, как бы, старается научиться. А так, вообще, 36 левел, 26 левел, видите. Чин Сайберия, видите, тоже, я так понимаю, тратит много времени в этой игре. Спасибо всем за игру. Спасибо всем, кто здесь был. Это сегодня... Вета, Оззи, Чин Сайберия, Бомна, Соня Штерн, Енот и Кадзекиэс. Спасибо вам за все, спасибо, что играете, спасибо, что доставили мне таких эмоций, хоть иногда я не понимаю, как вы это делаете, но в любом случае происходит иногда вот такая вот тема. Так что, ребят, если вы хотите поиграть со мной, то подписывайтесь в паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании в шапке канала, переходите в паблик и ждете информацию о Бонкио. Там будет написано, что я сейчас буду играть Бонкио и ссылочка, по которой вы проходите и начинаете играть вместе со мной. А с вами был Лекс, всем добра!